нужно было бы мне этот дом обойти. Ты пойми, я тону, ты пойми, я тону, ты должна меня спасти. Я иду ко дну, я ведь просто пивец, но не важный кладец. Может, все же наконец легким жестом рук ты мне бросишь, друг, спасательный круг. Все случилось, как в пластических стихах, и судьба моя теперь в твоих руках. Я прощу, покой мне, Брежнев, возврати. Но нужно было бы мне этот дом обойти. Молодыми людьми? Нет, они просто завели семьи себе, знаешь, уже как бы им уже было по 21, по 22 года, и нужно было где-то работать, чтобы никто не собирался заниматься какой-то другой деятельностью, технической. Чтобы пойти на завод там поработать. Ну, на завод или просто там заниматься какой-нибудь. Фарцовкой. Кстати, это отдельная тема. Да. А все пошли в эти ансамбли. Ну, там можно было зарабатывать деньги за счет количества концертов, потому что денег платили, ну, совершенно мало. Сначала платили по 9 рублей за один концерт. 9 рублей за концерт. А если концерт один в месяц, то, соответственно, 9 рублей не разгуляешь. А потом стали платить 16, когда уже поработаешь там год, уже ставка повышается 16.50. Вот. И чтобы заработать денег, нужно было по два, конечно, по два или по три работы концерта. В день, что ли? В день, да. Ну, то есть 60 концертов в месяц. Фанера не было, да? Ну, а тогда не знали, что такое. Мультимедиа нас еще тогда не спасло. Все работали вживую, много лет, ездили на таких средствах, что даже сразу вспомнить. Например, автобус «Кубань» был такой, на котором просто, если проедешь 300 километров, то все, уже позвоночник, я считаю, нет. Саня, это у вас была такая история, когда история такая была, когда человек, по-моему, мне кто-то рассказал, что чуть ли не с вашим коллективом была такая история, когда этот автобус «Кубань» остановился где-то, да, вышел группа иностранцев, облепила этот автобус, так смотрит, там, помнишь, да, сделал. Да, и долго смотрели. Да, смотрели, и потом один человек подходит к водителю и говорит: слушай, ты молодец, он говорит, что такое? Он говорит: ты сам его сделал. Да. А то типа на его планы такие стоят с таким колесом. Ну и самолеты были веселые, очень пропеллерные еще в те времена там далеко. И иногда летали до Ан-24 там. Так и Ан-2 был такой. Ан-2. Ну, самый рок-н-ролльный самолет. Мы летали на Байкале, на кукурузниках. Ан-2, да? Было страшно, честно говоря. Ну, молодые, знаешь, когда коньяка-то выпьешь, там, несколько граммов. Несколько граммов так. И все как бы это проходило. Ну, в принципе, по молодости оно все до фени, знаешь. Да, я знаю, по молодости можно было ездить.
облака плывут, облака из далекого далека. Как прекрасны они высоки, эти волны небесной реки. Но насколько поток их глубок, знает только всевидящий Бог. Лучше, чем ввязываться в какую-то дискуссию, может быть, все сказать в своей песне. Потому что ни для кого не секрет, что песня это и есть продолжение жизни, да, какой-то своей, своя точка зрения, пропущенная через, я не знаю, как это называется, вот нервы какие-то, окончания какие-то, вот что-то, да, все равно материал, который ты пропускаешь через себя. Это называется фибры души. Фибры души. Не жабры, а фибры. Причем музыкант с отличными жабрами души. Песня так пишется. Я готов поучаствовать. Был я для тебя не ласков и не чудак. Не хватало мне и теплых нежных слов. Помню про дела в любое время суток. И ни разу, да ни разу не дарил цветов. Никогда почти с тобою не прощался, уходя искать для нас нелегких хлеб. Как я был неправ и как я ошибался, и, наверное, да, наверное, был я просто слеп. Разве ты не веришь в то, что я принес? Яркий свет луны и моря шум. Видишь сотни тысяч самых свежих роз. Возьми, это все для тебя. Возьми, это все для тебя.